Я иду на футбик. Суперлига Сербии по футболу. С двумя ребятами из группы Бэнкси в Субботице. Вот в этом доме я жил, когда только приехал в Субботицу. С видом вот на то здание красивое, с круглыми окнами. Стадион находится на Прозевке. Это такой район. Я не на цветах. Все значки Синары я оставил дома. На случай, если сюда заявятся грабари. Потому что у Синары с грабарями давние споры. Сегодня я просто как зритель в центральной части стадиона буду сидеть и болеть за Спартак. Вот в этом доме за 55, по-моему, тысяч евро продавали квартиру на третьем этаже. Басик. Походу с лежаками, с видом на парковку. Парня зовут Артем. Ни разу не видел, у него даже аватарки нет. Говорит, на лавке сидит. Надеюсь, это не подстава грабарей. Здорово. Привет. Максим. Жека. Артем. Жека. Пойдемте. Вау. Это обязательно для этого стадиона. Да? Ты уже был там? Да. Максим сказал, что там бетонный. Я раз пять сюда. А, это да. Ну, я один раз был. Не во время футбола. Билет стоит 350 динар. Карты не принимают. Походу забили. Повтор вот, если только там покажут. А вот смотри слева, это же как раз субботичная стоит. Да, да. Лучше понимать сербский, чтобы выкупать шуточки, которые летят со стрима. Но они без перевода смешно звучат. Походу гол. Счет 3-1. Это все встали, чтобы как в театре, что ли, аплодировать? 3-1. Спартак победил. Как тебе матч? Второй тайм. Автобусы припарковали. Да, второй тайм был такой скучноватый. Под конец только было неплохо. Но первый прям вообще я кайфанул. Сейчас подошел глухонемой чел. Ну, я ему написал, что я рус. Он на моем телефоне написал: «Не сердись, брат. Можешь ли ты мне одолжить 350 динар на лекарство от боли до послезавтра?» Поштин пакетомат. Борис работает. Я к нему. А там вот в переходе скоро будет шляпник. Костя. Ну вообще, Борис меня наодеколонил. Волосы напомадил. Сейчас иду, все девчонки на меня смотрят. Идущий
Капец, я поел сейчас каких-то ягод. О, блин, так живот болит, это просто капец. Периодически останавливаюсь, на лавочке сижу. Но сидеть тоже дерьмо плохо. Прекрасная скульптура. О, это, кстати, мой дом, в который я въехал впервые, когда попал в субботицу. Человек на лошади едет и говорит: «Скупи старого же». Я так понимаю, он просто старые вещи скупает. Не знаю, зачем он мне это сказал, но, наверное, это он всем говорит. Могу сказать, что после зимы я начинаю кайфовать от Сербии. Я застал немного осень. Было очень красиво, мне понравилось. Потом была стрёмная зима. Было все серое, воняло плохими дровами с краской. А зиму я вывез просто на одних классных сербских людях. А сейчас классные сербские люди плюс офигенная погода и природа. И мотоциклы. И это вообще, это просто нечто. А, классные сербские люди, прикольный сербский язык. Я в него влюблен. И я понимаю, что мне его точно будет не хватать, и когда я отсюда уеду. Мне даже слово «молим» нравится, хоть я его почти не употребляю. Но мне нравится, когда мне говорят это слово, когда переспрашивают что-нибудь. Я иду в H&M. В России дворы лучше в 100 раз. Это я вам точно говорю. Потому что... А, ну вот хороший двор. Ну вообще вот такие вот дворы обычно. На лавочках не сидят бабули. Вот, вот двор, вон двор. Дворы прикольные только у тех, кто живет в частных домах своих. Там они уже устанавливают сиденья. Офигеть, женский отдел. Женский отдел офигел. В мужском всего один вид, по-моему, очков или два. Ну да, здесь где-то на треть меньше. Интересно, они поляризованные? Извините. А можно ли скинуть вот это? Короче, эти штуки все равно не убирают. Второй варик, он более привычный. Я в новых очках. Как вам? Это я сейчас возвращаюсь с меняечницы. Потому что я решил получить деньги с помощью своего российского паспорта. Но девушка... Говорит, я впервые вижу такой паспорт, вообще не понимаю, где там что написано у вас. Русский она почему-то совершенно не понимает. И, в общем, мы долго с ней общались. И в итоге пришли к тому, что нужен мой загранпаспорт.